Причем мои минчане сказали, что это первые дожди вообще за эту весну, и я на них удачно так попал. Вот. Кстати говоря, улица Независимости, то есть проспект Независимости в Минске, один из самых длинных в Европе, 15,5 километров. В Европе есть еще большие проспекты или улицы. Вот. Одна из них Диагональ в Барселоне, она 11 километров в длину. Еще есть в Турине Корсо Франца, по-моему, 11,7 она в длину. На Украине есть, в Харькове у них Московский проспект 18 километров, по-моему. Так что это, да, реально очень длинный проспект. Кстати говоря, в послевоенное время, когда стали перестраивать, собственно, улицу Советскую здесь, председатель Компартии, как они там раньше назывались, там Пантелеймон Пономарев, по-моему, что ли, увидел, то есть... Я не помню, где он там это увидел, но, в общем-то, он все это дело увидел в проектах Питерского Невского проспекта, что он якобы в ширину 48 метров. Ну и, собственно, проспект Независимости сделали по принципу Невского. Вот. И теперь он в ширину такой же, как и Невский проспект. В Минске, кстати, есть тоже улица Невская. Невский проспект, но он маленький. А, переулок. Невский переулок есть. Он 220 метров в длину. Такой коротенький. Вот. А это я уже подъезжаю к Столице. Собственно, вот здесь мы видим тот самый костел. Я думаю, что я где-то сейчас проканусь и прогуляюсь тут немного. Хотя погода, конечно, нелетная. Вот такое. Поздравляем всех с победой. День перемоги. Кайф. Белвеб. Каштанчики уже вовсю. Ну, одно радует, это то, что хотя бы не сильный дождь, все зеленое. И такие вот красоты тут у нас. Практически с заднего двора захожу. Под музычку посмотрим. Мне нравится белорусский язык, он такой очень, как слышу, так и пишу, ну, собственно. Вот, тут его миниатюрочка стоит. Неплохо выполнено. Красиво. Кала ласка. Угу. Thank you.
Некоторые люди тут ходят с картами. Ну все, готово к Дню Победы. Это они молодцы, конечно. По штамп очень круто. Костел, значит, у нас святого Симона и святой Алены. На самом деле он очень красивый, а если еще и вы попадаете на него, когда солнце, небо синее, смотрится еще красивее. Вот. Вот смотрите, какой здесь дракончик. Минск, Минск. Такая вот у нас центральная его площадь. Под нами торговый центр «Столица». Я тут вспомнил, что есть Минск. Группа так называется, из штата Иллинойс, американская, играющая жесткую, в общем, тяжесть, как дедкор, по-моему, или дум. Все Минском называется. Холодильники, магнитофоны, всякие проигрыватели музыки. Интересно. Недавно прочитал, что Лондон еще и не рекордсмен по туманам. У них в год, по-моему, процентов 25, как бы, дней в году, когда туман. А в Минске 48. Так что Минск рекордсмен по туманам. Но хотя в Лондоне где-то дней 110 там вообще у них мгла в году. Так что не все еще потеряно. А у Минска на самом деле все довольно-таки радужно. И много, очень много хороших дней. На самом деле я всегда реально попадал сюда в хорошую погоду. И вот сейчас, ну я думаю, что к 9 мая у них тут тучки разойдутся. Там отец разведет тучи руками. Военная техника пройдет по проспекту Независимости, и все будет хорошо. Чё, кстати, холодно. Еще в Минске можно в казино рубиться, у них тут все легально. Казино даже вот в этом здании, у гостиницы Минск. А что самое интересное, алкоголь еще здесь 24 часа в сутки продают. Это вообще топ. Чудо-страна. Валюту они тут поменяли себе. Ну, рубли как были, так и остались. Только теперь курс. Они все, походу, нули убрали, вообще все. И курс теперь стал, если относительно нашего рубля, 1 к 30 условно. То есть и здесь цены, кстати, вообще довольно просто лояльные. Вот там магазин «Соседи». Вот. Я вчера заходил, смотрел просто на цены. И, в общем, в итоге там пачку пельмешей и сметаны я взял просто тупо за 150 рублей на наши. Если. В общем, там кофе на заправках по 80 рублей. Ну, на наши я все перевожу, на рубли. На деревянных, как говорится. Такие вот. Слушайте, а что будет в 2019 или было?
Bright year, bright you. Ну, какие-то европейские вот игры. Вторые. Ну, кайфно. Пойду. Самая, мунная. Нигафочка пока. Интересно. Хорошее название. Черт подери, Даша, ничего там не записалось, понимаешь? Но я все исправил. Так, я все исправил, всю ситуацию.